Ребята, видите мою эстетику и мышцы? Если хотите себе такие же, тогда успейте поставить лайк и подпишитесь на канал за 5 секунд, а иначе так и останетесь слабаками. Время пошло! Раз, два, три, четыре, пять! Ну и, друзья, на канале Сирена Студио вышла новая анимация «Глэмрок Фредди защищает Грегори от Хагиваги». Обязательно посмотрите, ссылочка в описании. Ну что ж, дорогие друзья, всем большущий привет! Ну а с вами снова я, Слайк Маст, и, конечно же, Дарк. И сегодня качок Мама Длинные Ноги, качок Мама Хагиваги будет сражаться против всех-всех качков. Да, вот таких вот качков монстров Тревора Хендерсона, Хагиваги, аниматроников и других в игре под названием Гаррис Мод. Доброго времени суток, друзья! Да, ребятки, у нас появился в игре новый качок, это качок Мама Длинные Ноги. Такой вот очень-очень накачанный, огромный бодибилдер с головой Мамы Хагиваги. Ну и сегодня, ребята, против Мамы Хагиваги будут сражаться качок Автобус Пожиратель, мультяшный кот, мультяшный пес, мультяшная мышь, Лунтик, Фредди, Великая Мать Мегафон, Хагиваги, Киси Миси, Килли Вилли, еще один Лунтик, Большая Сирена, Луна, Сиреноголовый, Солнце, Паровозик, Светофороголовый, Поезд Пожиратель, Белый Кот, Каркарыч и, конечно же, да, даже, друзья, сегодня будет качок диджей. Да, самый-самый сильный качок, который только есть у нас в игре. Но если она даже вдруг одолеет, ребят, диджея или кого-то из самых-самых сильных, то, ребят, еще можно будет поставить, конечно же, кого? Правильно, мы немножечко про них забыли. Это, ребятки, качок Бегемот. И даже целый качок Трихэт. Да, ребятки, смотрите, сколько сегодня будет качков. И все-все эти качки, все эти накачанные монстры, разные роботы-аниматроники будут сражаться против качка Мамы Длинные Ноги. Не забудьте, друзья, подписаться на канал, поставить лайк. Вот такой сегодня, ребят, будет очень крутой, прям реально, ребят, крутецкий эксперимент. Ну что, ребята, мы начинаем. Вот такая Мама Качок Длинные Ноги, да, Мама Хагиваги. Вот, кстати, ее, ребята, оригинал как выглядит, если вы вдруг не видели. Вот он. Такая, ребят, самая обычная мамашка, такая в каком-то платье или еще что-то в этом роде. А это, ребятки, докачанная версия. Кстати, мы вам, ребят, уже показывали, как Мама Длинные Ноги стала качком. Обязательно посмотрите эту серию. Ну а теперь, ребят, давайте мы ее испытаем. У нас, друзья, много, очень-очень много качков. Ну и давайте, ребят, самый-самый первый качок, самый-самый маленький, самый-самый слабенький, это мультяшная мышка-качок. Да, ребятки, Cartoon Mouse, монстр Тревора Хендерсона. И посмотрите, какая она маленькая. Предлагаю ее, друзья, увеличить. Ну вот, я думаю, так нормально будет. Раз, два, три. Так. Ребят, с одного ударом. Капец. Возможно, ребят, с двух. И мы не знаем, просто первый удар она промахнулась, качок Мама Длинные Ноги, или все-таки попала. Буквально, ребят, с одного удара качок Мама Длинные Ноги выносит качка Мультяшную Мышь. Ну а теперь давайте будет качок посильнее, да, качок Мультяшный Кот. Так, во. Что? Ё-моё, я даже, ребят, еще не понял. Подождите, давайте еще раз. Что произошло, а? Так, давайте, ребят, раз, два, три. Произошло унижение кота, все. Он улетел куда-то? Он еще жив? Да. Сейчас, подождите, разгоняется. Так, ребят, еще один удар. Она его просто отбрасывает. Ребят, смотрите, она его просто отбрасывает. И она его, ребят, убивает с одного удара. Он тонул в бассейне. Так и запишем. Хорошо, ребята, следующий качок мультяшный пес. Он сейчас докачается, увеличится. А мы ему давайте тоже немного поможем. Чё-то он не хочет увеличиваться. Во, начал, ребят, увеличиваться. Во. Смотри, какие бананы маленькие стали. А, нет, увеличились. Готовы, друзья? Раз, два, три. Но, кстати, он уже намного сильнее, чем мультяшный кот. А еще, ребят, видите, вот так вот телепортируется. Что? Она его убила тоже, буквально, ребят, с одного удара. Так, давайте теперь тогда будет качок сиреноголовый. И потом предлагаю еще качок светофороголовый. Давайте, друзья, раз, два, три. Давай. Три удара. И сиреноголовый, друзья, отлетел. Так, теперь светофороголовый. Вот, ребят, светофороголовый. Такой, смотрите, большой, огромный. Все, ребят, светофороголовый тоже отлетает. Большой шкаф громко падает, что называется. Большой шкаф довольно-таки легко и быстро упал. Теперь давайте, ребят, будет качок Великая Мать Мегафон. Так, а где она? Вот она. Так, увеличиваем ее, ребята, увеличиваем. Вот. О! Такая пускай будет здоровая. Прям раз, два, три. Битва, ребята, начинается. Так, ну Великая Мать Мегафон уже намного, по-моему, лучше сражается.
Это получается, две матери сражаются, два качка матери. О, она успела, ребят, еще наплодить сиреноголовых. Капец. И, конечно же, качок мама длинные ноги их тоже уработала. Ну и, ребята, после Великой Матери Мегафон, давайте, будет ее главный противник. Это качок Большая Сирена. Причем, ребят, мы ее во много раз увеличиваем. Так, чтобы она, видите, была размером с маму качка длинные ноги. Раз, два, три, битва начинается. Да, ребят, Большая Сирена даже будет чуть побольше, чем мама длинные ноги. И это, друзья, кстати, довольно-таки сильный такой качок. Воу, смотрите, качок мама длинные ноги его довольно-таки легко уработала, капец. Ребят, что-то прямо она реально очень-очень сильная. Интересно, до какого же до сегодня момента, до какого монстра она, ребят, дойдет. Так, после Большой Сирены, давайте вот сейчас мы еще также поставим вот такого вот паровозика. После, ребят, паровозика еще также предлагаю поставить автобуса пожирателя. Раз, два, три. Так, вот. Капец, ребят, паровозик еще быстрее отлетел, вы это понимаете? Так, ну, раз так быстро все качки, наши качочки отлетают, давайте мощного качка вот такого поставим. Готовы, ребята? Раз, два, три. Гигантский качок, автобус, пожиратель. И он, ребят, тоже очень-очень легко отлетает после нескольких ударов качка мамы длинные ноги. Теперь, ребята, качок Хаги-Ваги. Готов, друзья? Раз, два, три. Давайте даже он будет побольше. Так. Давай, давай, давай. Вот, уго. Ребят, такие замашистые, да, долгие такие атаки, удары, да, такие прям мощные удары качка Хаги-Ваги. И такие быстрые удары качка мамы длинные ноги. Так, получается, что, в принципе, ребят, уже практически всех поурабатывали. Серьезно, что ли? А интересно, на мелких, как быстро она, ребят, всех мелких уработает? Вот такую толпу качков Хаги-Ваги. Так, 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 так. Ну, кстати, они держатся примерно так же, как и большие, по-моему. Или из-за того, что их много просто. Возможно, ребят, из-за этого. Все, да. Их, ребят, тоже уработали. У нас есть, друзья, секретное оружие. Это, друзья, качок Кар-Карыч. О-о-о. Смотрите. Раз, два, три. Так, 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 так. Он, ребят, довольно-таки сильный. Он очень-очень сильный. Помните его, да? Я думаю, все его помнят. Так, эй, он забивает, алло, подождите, давайте его уменьшим. А то что-то как-то получается немного нечестно как-то. Вот. Давай, давай, на, ребята, качок мама длинные ноги уработала Кар-Карыча, жесть. Ну и, ребята, следующий качок у нас получается, кто там на очереди? А, это, ребят, качок Фредди, да, качок-аниматроник Фредди. Ну что, вы, ребят, готовы? Раз, два, три. Интересно, кто же победит? Качок-аниматроник Фредди или качок-мама длинные ноги? А у нас иногда как раз по сюжетам аниматроники ссорятся с Хаги-Ваги. А мама длинные ноги, можно сказать, мамка, да, их королева Хаги-Ваги. И она довольно-таки легко уработала качка Фредди. Хорошо, ребятки, следующий давайте кто будет? Наверное, давайте у нас будет качок-качок. Может, давайте сначала Лунтик будет? Лунтик довольно-таки сильный. А потом можно еще и Солнце и Луну поставить. Я предлагаю сразу двоих Лунтиков поставить, сразу двоих Солнце и Луна, вот. Давайте, ребят, сразу двух качков Лунтиков. Точно. На Земле есть Солнце и Луна, аниматроники, а на Луне есть светлая часть Луны и темная часть Луны. Угу, раз, два, три. Они, смотри, кстати, даже по цвету похожи, да? Кстати, да, похоже, похоже. Ну, ребят, они, кстати, довольно-таки наравне, по-моему, дерутся с мамой длинные ноги. Нет, уже минус один. Уже, ребят, отлетел первый. Так, воу, и она даже, ребят, лунтиков уработала, которые просто невероятно сильные. Так, ребята, хорошо, хорошо, хорошо. Теперь давайте, да, качок Луна и качок Солнца. Увеличиваем, ребят, солнышко, увеличиваем Луну. Вот. Теперь они, друзья, вдвоем давайте будут. Готовы? Раз, два, три. Битва начинается. Солнце и Луна качки против всего лишь одной мамы длинные ноги, мамы Хаги-Ваги. Тоже накачанной версии. Интересно, ребята, реально кто же победит? Луна уже отлетает, вы серьезно, капец. Ребят, смотрите, как ее покоцали, вы видите, да? Так ей уже много хп снесли. Жесть. Неплохо так, неплохо. Так, теперь сначала давайте будет поезд-пожиратель качок. А потом, ребят, уже пройдемся по самым-самым сильным. Это Килли-Вилли. Конечно же, белый кот.
Но если она их победит, то, ребят, давайте, конечно же, будут у нас кто? Правильно, огромный диджей, самый большой аниматроник-качок и титаны-качки. Готовы, ребята? Раз, два, три. Так. Ну, поезд-пожиратель реально, ребята, очень-очень сильный. Уже намного сильнее, чем все предыдущие наши качки. И его она довольно-таки легко, ребят, побеждает. Капец, что это вообще такое? Как она их всех, ребят, так легко побеждает? Ну что, дорогие друзья, остаются самые-самые сильные качки. Да, качок Килли-Вилли. Он топ-2 по силе. Давайте, ребят, проверим, кто же сильнее, мама длинные ноги или качок Килли-Вилли. Так, дерутся. Килли-Вилли, ребят, видите, реально очень-очень сильный. Офигеть, она даже его, ребят, уработала, понимаете? Ха-ха-ха. Жесть. И самый сильный качок среди монстров — это качок Белый Кот. Он, ребятки, топ-1. Готовы, ребята? Раз, два, три. Так. Ребята, качок Белый Кот уработал, да. Получается, мама длинные ноги у нас, ребят, на втором месте по силе. Так, подожди, ты же увеличил кота. Давай сейчас с маленьким котом сразимся, чтобы честно все было. Давай. Ну, теперь, ребят, давайте будет Белый Кот, только не увеличенный. Интересно, он победит маму длинные ноги качка. Раз, два, три. Так. Призывал своих прихвостней. Угу, много прихвостней. Слушай, Белый Кот, по-моему, очень даже неплохо дерется, да? Ага. Ребят, хотя нет, слабенько. Если его, друзья, не увеличивать, ничего хорошего не получается, видите, да? Так, давай, Белый Котик. Ну ладно, ребят, увеличенный ты победил. А это как-то нечестно, если он будет не увеличенный. Все-таки мама длинные ноги-то большая, да? И качок противник должен быть большой. Ребят, предлагаю поставить реально кого-нибудь большого, мощного, сильного. Это давайте будет... О, да, давай диджея. Я хотел, кстати, три хеда. Давай диджея. Раз, два, три. Так. Ну, друзья, диджей реально очень-очень сильный. Ему даже увеличиваться не нужно. Так. Ну, кстати, по-моему... Слушай, они на равных... Нет, не на равных. Совсем не на равных. Мама длинные ноги, ребят, побеждает. Так, а ну-ка, ребята, что же, кто же победит? Они уже дерутся некоторое время. Что-то по ХП. Диджей прям реально, ребят, очень-очень много ударов наносит. Смотрите, кстати, он уже покоцал, ребят, маму длинные ноги. Очень сильно покоцал, но нет. Она в итоге побеждает, офигеть. Ну и, друзья, давайте напоследочек будет бегемот. Хо-хо-хо. Раз, два, три. Так. Капец, и, конечно, повезло. Своим спреем ее сдует. Угу. Повезло. Качку маме длинные ноги. Пережить эту атаку. Так. Оо. Пускай он еще камнями побросается в нее. Ну или хотя бы вот этим зеленым дымом. Он, ребята, так, очень сильный. Зеленый дым намного мощнее камней. А, он намного мощнее камней. Да, точно. Это вроде самая, ребят, сильная атака. Ты смотри, кстати, мама длинные ноги вообще ранить его не может. Да, вижу. Вообще ноль урона. Ребятки, походу, маме длинные ноги сейчас реально будет очень-очень-очень плохо. Капец, она, конечно, постоянно куда-то отлетает. Походу, ей сейчас вилы придут. Да. Так, все. Так, вот еще. Но живет она, ребят, еще продолжает жить. Продолжает. О, как с пулемета, да? Капец, да. Каменный какой-то, ребят, пулемет. Пещерный пулемет. Капец. Ребят, видите то, что мама длинные ноги реально очень-очень сильная, и даже бегемот почему-то ее не может убить. О, наконец-то убил. Ну, это бегемот, да. Ну, в общем, да, ребятки, такая у нас сегодня офигенная серия получилась. Ну, а с вами были я, SlikeMust, и, конечно же, Dark. По силе, получается, качок мама длинные ноги на втором месте. Хотя она при этом, ребят, диджея смогла победить. При этом Белый Кот не может победить диджея. Но мама длинные ноги победила диджея. Но при этом Белый Кот побеждает маму длинные ноги, а диджей, который победил Белого Кота, не смог победить маму длинные ноги. Короче, ребят, как обычно, логика немного ломается. Какая-то у нас немного странная игра. Какие-то странные, ребят, качки. Но что имеем, то имеем. В общем, да, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи, конечно же, в новых роликах. Всем, ребят, удачки. Всем, конечно же, пока-пока. Всего хорошего, ребята.